לך שיצינה דבר רואיה סיזמן שיצינה פסטגויה פארה תרצ'ו ומזר סגלידן ודר דלחל אותך שיטוס ואלה סגלי חולות צ'וינו ואפורה וסבני דמה הציבה ותומת אסקלי עד סוף עד שחריה Приехали в Грузию, сейчас мы в районе Гудаури. Высота здесь где-то около 3000 метров. Открываются вот невероятные виды, панорамы. Снегом надо ходить. Вот не поленили, забрались на горочку. Пешочком. Живу я совсем недалеко, за горами здесь. Километров, может быть, 150 напрямую. Пришлось ехать 4000. Странно. Необыкновенно красиво. И я надеюсь, что мы хорошо покатаемся. Шла дорога. Еще до создания военно-грузинской дороги в царские времена здесь пролегали древнейшие пути, соединявшие Грузию, Россию. Это ущелье контролировали местные жители. Они решали, кто будет проезжать по этой дороге, кто будет давать дань, кто поедет дальше. Церковь Успения, построенная в 1689 году, которая является не только церковью, но и крепостью одновременно. Вокруг мы видим очень много стен, которые обороняли людей, которые здесь жили.
храму. Действительно, пока мы сюда поднимались, было нелегко, но как мы сюда поднялись, прям сразу чувствуется какая-то легкость. Райдеры из Грузии, из Гудаури, это наши горы, мы здесь катаемся с детства. Сандрикс, Йохайо, Тарпу. Well, I was never one for playing games. In fact, I always kind of thought it lame. And then it turns out life is just a game. Поднялись на гору, которая называется Бидара, высота примерно 3300, практически забежали. Нам нужно еще пройти метров, наверное, 300 по гребню и по понравившимся колварам съехать вниз. Для меня это первый раз такой бэк-кантри, ходить по гребню целый день. Suicide is cheating. Suicide is cheating. Judge says not allowed. Got your life sentence. Гудаури однозначно это район для бэк-кантри. Здесь очень много рельефов, то есть надо ходить, кататься, искать снег, как везде в больших горах. Спиной церковь и монастырь Святого Креста Джвари в Мцхете, древней столице Грузии. Этот храм был заложен в VI веке, и именно отсюда началось распространение христианства на территории современной Грузии. Этот храм, который за моей спиной, был построен в XI веке. Называется он «Светец Ховели». И переводится это «Столб животворящий». Сюда приезжают очень много людей со всей Грузии, со всего мира, для того, чтобы прикоснуться к святыне. От Москвы до самого края, всю душу на северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родине своей. Красивый город, очень необычный город, он такой весь на холмах, на горах, и такое смешение всего стилей, архитектуры. Spark and the flame of hair, ah, burn out, burn these flames to burn out.
сванетти, и сваны сохранили тот уклад жизни, который передавался из поколения в поколение. Уклад жизни, ритм жизни. Первые дороги были сюда пробиты только в 30-х годах 20 века. А до этого только на лошадях, обозами люди могли подниматься и спускаться в долину. Первый раз я приехала в Сванетти 5 лет назад. Здесь не было ни магазинов, ни кафе, ни гостиниц. Здесь ездил всего один УАЗик, и бензин к нему продавали в пластиковых бутылках. Сюда приезжает с каждым годом все больше людей со всего мира, да, в эти потрясающие ландшафты. Высшая точка Грузии, за этой горой моя родина, Верхняя Валкария, все очень близко. Верхняя Сванетти – одно из немногих мест на нашей планете, которые этот народ, он никогда никем не был завоеван. Поэтому есть понятие «вольная Сванетти». Хорошие люди, свет, город. Make me cry.
слуха на чоїс, вийде віса петьке вас, холодка та пузелхеда. Музики самовраз, мертвеві забруне вас, холодченка нерта вхеда. Газа пули с хатами, отхема, гвахара, 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 гвахара. Шайни мосули самови, нечидма, махара, 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 да махара, 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 махара.